канале «Наша жизнь в Америке». New Life is my life. И сегодня я очень устала. Сегодня грустно-студенческий блок. У нас сегодня заменили наш, на последней паре, на вот этой самой большой, заменили кабинет на кабинет, в котором, ну как это плохо сказать, работает свет. Вот эти лампы дневного света, она моргает. Для меня это равносильно тому, что находиться, блин, в пыточной камере, потому что у меня начинает голова болеть. В общем, день закончился на таблетках. Начался он с очень интересной темы. Мы сегодня по Women's Study. Я вообще не понимаю, чем это относится к феминистам. Наверное, все-таки мы еще будем изучать права всех меньшинств, подвидов. Вот, рассказывали и показывала нам кино она о трансгендерах. Вот, это тот, кто родился с одними биологическими признаками, а считает и ощущает себя другими. Короче, кто родился мальчиком, да, чувствует себя девочкой. Да, и вот мы смотрели документальное кино, вот, там мы рассматривали мы несколько историй взрослого человека, маленького ребенка, ему сейчас, ну, на тот момент съемки фильма ему 6 лет было, и девочке 12 лет. Наверное, больше всего меня как бы так растрогала и зацепила ситуация с 12-летней, теперь уже девочкой, но вообще она мальчик. Ну, она себя ощущала все время девушкой, девочкой. И ее мама очень долго сопротивлялась, и когда ей было 9 лет, разговаривать о том, что она девочка, она начала очень, как это правильно сказать, он начал говорить об этом, она. Ну, короче, вот этот ребенок о том, что он девочка, начал говорить очень рано. Но мама очень сопротивлялась, всячески там таскала по психологам, все, и когда было 9 лет, это и... Девочки. Уже. Мальчик. Еще тогда мальчик. Она подошла к маме и сказала, что... Для тебя будет лучшим вариантом, если меня не станет, потому что, типа, вопрос стоит уже очень, типа, остро. И мама переночевала с этой мыслью, и с следующего дня она стала поддерживать полностью дочку. Она уже проснулась с пониманием, что у нее дочка. Сейчас девочка, на момент съемки девочки уже 12 лет, она выглядит как девочка. У него вот черты лица, ну вот мужчину ж можно понять, а тут, ну вот реально, наверное, те случаи, когда что-то пошло не так. Очень мягкие черты лица. Ну, вот, ну скажи, да, но никогда не поверишь. Вот. Они сейчас уже будут проходить в подростковом периоде, уже можно начинать колоть гормоны, чтобы, ну, у нее там грудь начинала появляться, там, чтобы волосы не росли на лице. Она абсолютно счастлива, и судя по тому, как мама давала интервью, она полностью приняла эту ситуацию, и она решила, что правильно поддерживать своего ребенка. Ну, в общем, как мы с Сережей говорим, главное, чтобы каждый пошел в чем хотел. Как говорили, уральские пельмени. Да. Вторая ситуация, я не знаю, но может быть это действительно и начинается в таком возрасте. Родились два близнеца, два мальчика. Один мальчик в 3 годика сказал, что он не мальчик, он девочка. Он стал просить покупать ему платье, все. Родители как-то его сразу поддержали. Они не начали ему там говорить, нет, это нельзя. Они его поддержали. Mm-hmm. Ну вот. И сейчас уже ему 6 лет, он входит в киндергаден, и в киндергадене никто не знает, что он мальчик. Но он еще мальчик. Ну, у него гениталии мальчика. Он, естественно, как ребенок никакой там этой гормональной терапии не имеет. Блин, а как он в туалет ходит? Волоски у него курчавые, красивые. Они проходили обследование у врачей, у специалистов в плане там психоэмоционального состояния. И да... Он ощущает себя полностью девочкой. Может, оно так и начинается в таком раннем возрасте. А другая история.
мужчины, он детский хирург. А в другом случае дали бы ремня, блин? Так вот, послушай, он детский хирург, он уже сейчас, он... Ну вот сколько может прожить, сколько на данный момент человеку лет, если он 45 лет в браке? Ну много, мне кажется, да? Если 45 лет в браке в Америке, так, да. Блин, ему уже должно так быть вот, 70 послушай, и больше. Когда он говорит, первое время, когда я начал думать о том, что я не мужчина, не мальчик, это когда, говорит, нас ежегодно на Рождество фотографировала мама, и я, говорит, сказала, я не хочу одевать майку брата. Она говорит, почему майку брата? Говорит, ну я хочу, говорит, ну свою одежду, а не такую, мальчиковую как бы. Она говорит, ну окей, на следующую съемку мы пойдем купим, что хочешь. И он выбрал себе в девичьем отделе майку, а она сказала, говорит, ты не можешь, ты мальчик. И, в общем, в нем это все задавили. Задавили до такой степени, что он, ну он учился, там все как положено, там хайскул туда-сюда, показывают его фотографии там, ну из их семейного альбома. В итоге он женится, он заводит двух детей. И в какой-то определенный момент, когда уже дети взрослые, они прожили много лет вместе, он подошел к своей жене и сказал, говорит, понимаешь, говорит, дорогая, все, вот, не могу, типа, душит меня это. Я, говорит, всю жизнь, ну, я женщина. Говорит, я не могу так, говорит, ну, типа, я хочу операцию, я хочу гормонотерапию, я устал, я хочу, ну, грубо говоря, закончить свою жизнь так, как я хочу. Дети, баба была, дети были, теперь хочу жить так, как я хочу. Офигеть. Вот. И она его поддержала. Она сказала, говорит, что мне, типа, ну, по большому счету, говорит, ну, нет, ну... Твой потенциал я уже использовал. Блин, она его поддержала. И главный момент, когда его возят с операционной, да, врач выходит и говорит, эта девочка как природа. Вручили ей его на каталке, ну, он в таком, ну, может, это не прям после операции, но он факт, что он на такой еще на перевозной каталке. Ну, в общем, он стал девочкой. Но в американских больницах очень часто даже человека, который может передвигаться, особенно в emergency room, возят на... На каталке возят, катают. Везде, по всей больнице. Это такое правило, такая практика. И, в общем, они продолжают жить вместе. Он не смотрит на других, его никто не интересует, да, он со своей женой. Детям они преподнесли это на день папы, на Father's Day, сказали, что у них теперь будет две, как бы, ну, мамы, вот. А ему детям задают... сколько лет? Да, конечно, уже взрослые, там по 30 чем-то лет дети, вот. Они приняли это тоже хорошо, никто не стал отца осуждать. У него, я же еще раз говорю, что у него успешная карьера, все. Вот, ну, тут вопрос умалчивается, как его карьера там поменялась, не поменялась. Он отрастил очень красивое каре. С него девушка, женщина тоже получилась такая, ну, девочка как девочка. Ну, женщина, ну, пожилая женщина, в общем, не скажешь, что фу, там мужик с каре, нет. И, значит, тот, кто интервью у них брал, спрашивает, как у вас в плане сексуальной жизни? Ведь он же, говорит, ну, сменил полностью, говорит, как продолжается? И она сказала, что, говорит, вы знаете, говорит, когда люди друг друга любят, можно найти тысячи путей, как бы, чтобы доставлять друг другу удовольствие, говорит, и мы нашли свой. И вот все, и он ходит, в, ну, как я понимаю, наверное, в ее костюм. Вот, но нас, ну, понятно, не в ее. Ну, они живут как две женщины вместе. Но они любят друг друга. Но она подчеркивает, что она не изменила свою сексуальную ориентацию. Женщина этого прошлого мужчины. Потому что она говорит, другие женщины меня не интересуют. Говорит, меня интересует вот тут. Он, она, как человек, как персона, которую я люблю, с которой у меня 45 лет, типа, ну, прошлого. Нам хорошо вместе и все хорошо. А помнишь, ты мне рассказывала, что и не читала, и не смотрела, только давай национальности не будем называть, но где-то на постсоветском пространстве, на Востоке, отец кого-то убил, или сына, или дочку вот за это. Ну это я читала, это было давно уже. Ну как давно? Что это было такое? Ну, за я тут сейчас подробностей особо не могу тебе так, чтобы передать в красках. Но там это... жениться собирались? Ну это что? Ситуация. Или была... менять пол? Да. Такое я читала. В общем, это вот. Очень ужасно. Урок по физре, точнее, по здоровому образу жизни, прошел замечательно. 11:20, класс начался, 12 часов. Ну все, идите по домой, уже хватит, расходитесь.
Ну, а потом Марина пошла удивлять работников колледжа. Мне, у нас в принтере закончились чернила. Мне нужно было кое-что очень срочно распечатать. Я пришла, говорю, мне бы распечатать. Они говорят, ну так и распечатывай. Я говорю, так я бы как бы распечатала. Ну, я говорю, я умею соединять принтер вместе с айпадом только посредством Bluetooth. Посредством других вещей я не умею. Он говорит, вы что, ни разу это не делали? Я говорю, как бы... Это будет мой первый раз. Блюпуп, это задайте. Блюпуп, уральские пельмени. Там Соколов расскажет. Ну, в общем, парень этот немного вспотел в этом студенческом центре. Но в итоге мы все распечатали, что надо. Он, походу, друг Соколова был, да? Нет, ну он просто... Я говорю, у меня, говорю, вся информация есть, говорю, и в Word, есть и в Dropbox. Я говорю, только в Google Drive нет. Говорю, ну я знаю, как в Dropbox зайти. Он на меня смотрит и говорит, не, говорит, вы пошлите это себе на e-mail. Я говорю, в смысле себе? Сама e-mail? Он говорит, да. Я говорю, так я не умею. Он опять вздохнул и говорит, ну и хорошо, сейчас научимся. Ну и, в общем, учились мы с ним около часа. Там, ну, слава богу, распечатали. Так, а Dropbox у них на компьютере нельзя было открыть твой? Я ему и говорю, может, не надо ничего посылать. Говорю, мне муж сказал, что я могу просто, ну, на вашем компьютере, который связан с принтером, открыть мой Dropbox. Я знаю, как туда входить, пароль и все это. Говорю, и просто распечатать. Но, видимо, это был не наш путь. Наш путь был более мучительный. Мы отправляли с моего дропбокса ко мне на e-mail. Но. Потом, когда мы открыли все на компьютере, все равно нужно было подтверждение, что войти в дропбокс. Я все равно вводила все эти пароли. Оно открывалось в дропбоксе. И мы распечатывали по итоге все равно с дропбокса. Но делали это через e-mail. В общем, это был сложный путь, который мы преодолели. И он сказал, приходите, если еще что надо распечатать. Я говорю, да нет, говорю, мы лучше уж картридж погоняем дома. Вот. А потом у нас опять мы смотрели кино «Начало девелопмент класси». И сейчас я расскажу вам историю. Это вообще, она просто прибила весь класс, да. В общем, мы сегодня разговаривали о культурах, о разных типах семей опять же. О стереотипах. Я, естественно, поделилась главным стереотипом. Русские, водка. Я говорю, да, конечно. Говорю, как русские, говорю, там, белорусы, так сразу водка. Говорю, нас, говорю, водку пьют все. С утра до вечера, говорю, включая несовершеннолетних детей. Ну, поржали. А потом она нам сказала, напишите вот, ну, 5 заблуждений именно о вас, как о персонах. Вот если о вас кто-то, типа, имел какие-то там, типа, ну, к примеру, блондинка тупая, там, блин, русские, водка, там, ну, там, я не знаю. Мексиканцы там, блин, наркобароны. Острые, да, наркобароны, как у нас это было, да. Наркокурьер, наркотрафик, кто-то говорил. Ну и, в общем, женщина одна, она входит в этом... Паранже. Не в паранже. Ну, короче, в платке. Платок полностью, как он называется? Ну, я забыл. И, в общем, она говорит, что я часто помогаю в школе волонтерить. И, говорит, один мальчик, он из испаноговорящей семьи, он плохо говорит на английском. И я, говорит, подхожу, тебе помочь? Нет, не надо, говорит. И он прямо от меня шарахается, да. И, в общем, это продолжалось вот с сентября месяца, ну, с начала этого года. А потом, говорит, как-то он увидел, что я разговариваю со своей дочкой, и он говорит, на каком языке говорите? Говорит, как вы с ней можете разговаривать? Она говорит, ну она моя дочь, мы с ней, говорит, разговариваем на арабском, типа, а что такое? Он говорит, ну так ты же типа мусульманка, а ее дочка не носит платочку. Она говорит, да, я мусульманка, и что? Он говорит, а это правда, что ты детей убиваешь? Она говорит, я, говорит, офигела, говорит, стою типа такая, да, говорю, нет. Говорит, как нет, естественно. Говорит, кто тебе эту глупость сказал? Он говорит, мне моя мама сказала, что типа с тобой нельзя общаться, потому что типа не убивайте детей. Она говорит, я осталась просто, ну, в шоке стоящая, а он ушел. Ну вот. Ну а потом мы смотрели фильм, так как мы сейчас проходим то, что семьи бывают разные, мы смотрели тоже такое, как документальное кино, но оно на самом деле, я считаю, морально устарело, потому что фильм этот снят 19 лет назад. О том, как живется о семье лесбиянок, о семье геев и... ну да, геи и лесбиянки.
две семьи, просто у меня в голове немножко все мешается, потому что рассматривали четыре семьи, ну, короче, две семьи, где геи, и две семьи, где дети растут в семье лесбиянок. Вот. И я считаю, почему я считаю, что оно морально устарело, потому что я не думаю, что на самом деле сейчас в школе с кого-то будут смеяться с этого или как-то, ну, обижать ребенка на эту тему. Ну вот где в семье геев как бы все в порядке, там в первой семье детям никто никаких как бы там проблем нет, но они еще там и маленькие на самом деле детки. А где более пожилая пара лесбиянок, там девочке 15, мальчику 23 года. Так вот, девочку очень сильно, короче, обижали в школе, и она перешла на домашнее обучение. И на тот момент, когда снимался фильм, она уже 2 года обучалась дома. В другой семье папа ушел из семьи, потому что он все-таки разобрался, что он гей. Как бы, ну, мама не запретила общаться, там все в порядке, и дети, в общем, начинается история их не семьи, то что, так, что сидит папа и мама, они сидят за таким рабочим календарем и типа распишут, да вот какие у вас планы на субботу, они как бы, ну, 50 на 50, согласовывают. Да, график согласовывают, она как бы не против, что он берет их в свою семью, где они уже живут со своим партнером, и, в общем, вот так. Ну, история вот этой женщины в хиджаб, она, по-моему, называется. В хиджабе. А паранджа, наверное, это когда лицо полностью закрыто. А у нее лицо открыто, у нее только, ну, волосы прикрыты и лоб. И, в общем, она просто весь класс просто убила, прибила и вообще. Вот. А учительница сказала, на следующий класс подготовиться морально, потому что мы будем проходить насилие в семье и всякое такое, говорит, и поэтому. Ну просто все же, я еще раз говорю, что все очень эмоциональные, все. Она говорит, поэтому будьте морально готовы. Вот. Я хочу добавить к этому следующее. Оно уже, так сказать, было сказано. Ну как бы мы... Я вставку пропустил. Недавно, смотря новости, что мы видели, Лукашенко сказал? Что бить детей в семье это нормально. Что ремня иногда дать это хорошо. Да. И что типа... Мужчина, женщину, если погоняет, то это тоже неплохо. Ну, он тоже как бы считает, было такое, что это сказано. Типа как моменты воспитания. Так что не будем делать выводов, каждый сделает выводы сам за себя. Что правильно, что хорошо. Но история вот с этой женщиной очень, конечно, грустная и печальная. Но ну, она не поделилась, как это, такой... типа, как закончилось. Конечно. Типа, там она ему сказала нет-нет-нет, и они там стали общаться или что. Ну, вот она вот это вот рассказала, и все. Стереотип это, конечно, очень серьезный, но, тем не менее, он есть, и от него никуда не денешься. Точно так, как русские никуда не денутся, наверное, уже никогда в жизни от водки. Так, наверное, на мусульманах вот это вот терроризм и прочее вот такое... Ну это все очень ужасно и вот такой вот тяжелый был сегодня день и в плане, блин, каких-то историй, уроков в смысле, и в плане, блин, замены класса. Но слава богу, это только на сегодня, пока ремонтируют лифт. Мы возвращаемся в нормальный кабинет. Всем хорошего дня, чтобы у всех было хорошее настроение. Разбивайте свои стереотипы. Да, учитель нам сказал, что работая учителем, вы должны быть открыты и сделать. Прислушивайтесь к своим меняться. Детям. Прислушивайтесь к себе. И пускай у всех все будет хорошо. Всем пока-пока. Всем хорошего настроения. Бай-бай.